Вот свою речушку снимаю. Уже бананы выросли. Посмотрите, какие уже большие они. Выросли. Скоро бананчики будут у нас. Где-то здесь. Надо спуститься вон ту на ту речку. Посмотрите. Чисто-чисто, между прочим. Угу. Вот поближе, поближе. Вот так. Что это случилось, что речка чистая? Вот здесь мы розы посадили. Белые розы, красный бабушкин букет. Ой, бамбуки все свалились. Мята растет прям по дороге. Полно, сколько хочешь мяты. Вот так, прям по дороге идет, видите, дорога, и вот мята. Вот так, уже можно собирать, вот сейчас я, это розовый сорт какой-то, вот это, видите, вот это розовый. Вот сейчас вот это можно поесть, вот это, видите, это розовый сорт. На, хочешь поешь? Вот. Ну, что-то мало в этом году на ней вообще. Сейчас пойдем по дворам, пойдем, будем кушать у чужих. А, улитка кушает. Все на то залезло на дерево. Улитка. Что-то тишина на улице. О! Вся красная, завтра будет полно тоже, все не съели. Вот, посмотрите, какая красота. Вот, идешь по деревне, там поел, там поел. И вот эта пленка, видите, может подойти и покушать. Накрыли, чтобы она с пола никто не этот, пленкой, на пленке. Видите? Можно вот так везде подойти и вот так покушать. Уже она не будет грязная. Видите? Так, давай, попробуй. Вон. Чтобы любой желающий мог поели. Прелесть. Столько тутовников черешни. Не черешня надо было называть, а тутовник. Вот видите, сколько. Вот. Яблочки. Вот яблочки. Сколько яблок на дереве. Вот такие огромные деревья по улице иду. Это все тутовник. Смотрите, как огромные все. Вот и подряд, и подряд. Вот это все тутовники. О, речка. У нас здесь зимой и летом тенечек здесь. Бамбук растет. Вот бамбук это везде. Бамбуки, весь забор с бамбуков. Красотища. Надо бамбуки собрать, вот эти бамбуки можно кушать, вот эти. Можно солить их. Еще чуть-чуть подрастут, мы начнем собирать их. Под мимозой очень много отростков, там папоротник растет. Вот это семена мимозы. Не знаю, сажают или нет. А, видно, от них падает и сажают. Вот они. Вот они. Вот такие цветочки. Да. Какие-то желтые рисы, какие-то интересные цветы. Мы сегодня прогуливаемся и будем смотреть... На что находится? Рыбки должны быть, точно. Вот такая у нас речушка. Ты сейчас еще выставишь? Я да. Небритый, постарелый. Одинокая пальма наша, красотка. Ой, солнце вот так уже, все. Сегодняшний день... Все закончился почти. Вот солнце. По верхушке деревья.
Не знаю, когда у него будет новоселье. Красота. Поздравляем его. Все, тебя поздравляем, Нашаник. Миша, с новосельем тебя.